3 января 2020 год, Харьков, Пушкинская. Надо же, а мне говорят, что ты на Сумской снимаешь, на Пушкинской даже побогаче. И вот я мимоходом, как раз возле площади архитекторов. Глянь, какая. Господи, ну а что тут красота, говорят, я все время повторяю, красота. Ну так как есть красота, так и повторяешь, как попугай. Это еще не стемнело. А после будет еще красивее, 15:40. Мама, еще там. Да. Да, ты посмотри, здесь прям надалеко уходит эта аллея. Падающих звезд. Да. Так, а возвращаться буду не здесь, да? По темноте эту красоту снять не придется. Снимать не придется. Фотоаппарат сходит с ума, не поймет, где ему фокусироваться. Да. Вроде элементарщина, а как эффектно смотрится. Пойти его с того торца снять. Глядишь, догуляемся, оно и потеплеет, потеплеет, потемнеет. Теплеть уже некуда, и так. Плюса в январе, который сичень. Да. Ну ладно, концепция понятна. Оценить красоту лучше самостоятельно с экрана. $23.90. Температура скачет, доллар скачет. Всех с 2020.